«Стоп Спайс». Акция, накированная на профилактику уживания и распаўсюджвання наркотышных сродков сярода молоді, проходит по 20 снежня у Брэсцкай области. Катерина Страха протягнет тему. 10 человек сёлета трапили у Брэсцкий областный наркологический диспансер после уживания сумесей для курения. Пятеро из их – школьники. Самым распаўсюджаным и популярным сярод молоді является синтетичный наркотик Спайс. У его склад уваходят разные компоненты. Некоторые из них лічаться безпечными. Іншие ж относятся до наркотичных речевов. До речи, споживание Спайсу згубным чином уплывает на стан здоровья человека. Именно мозг, как самый главный, как главная мишень, страдает при употреблении этого спайса. И самое неприятное, что в этом случае развивается при длительном употреблении, развивается банальное слабоумие. При относительно коротком употреблении просто возникает склонность к депрессивным реакциям. А у отдельных людей даже возникают нарушения, похожие на шизофрению, которая очень трудно поддается лечению. За 11 месяцев года у Брэсцкой области выявлено 84 злочинства, связанные с незаконным оборотом спайсу. 23 из них относятся до разраду тяжких и особливо тяжких. Коли 11 тысяч доз курильной сумеси конфисковано супрацовниками милиции за гэты же час. Это беда, что людям надо просто разъяснять вред сам курения, и я скажу, опять же, вызывает такие, скажем, опасения то, что это молодежный наркотик, если можно так выразиться, потому что фактически употребляют его люди молодые, уже доходят до того, что несовершеннолетние. Супрацовники милиции попереджают, поводле криминального кодекса за заховывание наркотичных речевов предугледжены штраф и позбавление воли термином до 5 годов, а за распавсюджвание от 5 до 13. Я же хотел бы сказать, что не связываться ни с какими вот этими интернет-магазинами, ни с какими друзьями, которые будут предлагать попробовать или еще. Это химический наркотик фактически, и он может в одну секунду человека вовлечь в этот оборот. Скажем так, возникнет зависимость организма, и придется, скажем так, либо длительный курс длительного лечения, либо, скажем, употреблять и становиться уже наркоманом. Катерина Страха, Александр Сивицкий, областные новины, Брест.